Шалом! Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона ваш покорный слуга Аман, и мы продолжаем прохождение игры Doki Doki Duelist Club. Это уже шестая серия. Что ж, приятного аппетита тем, кто кушает, и приятного просмотра. Что ж, я позабочусь об этом в другой день. Приоритет — подготовка к фестивалю. Итак, Бавсуки, я видел твою организацию плюшевых игрушек в шкафу, она была замечательна. Да, Бавсуки тратит свое время, организуя ее коллекцию. Мы могли бы хорошенько использовать твой навык. Почему бы тебе не украсить комнату, чтобы представлять клуб? Блин, Мансан, с каких это пор у тебя стали появляться хорошие идеи? Я не знаю, а ты вообще знаешь, что такое хорошая идея, Славьюри? Эй, ты, злюка! Так, звучит как хороший план. А и опять, солидарны ли вы со мной насчет этого? Да, звучит круто. Комната будет выглядеть круто, если Бавсуки позаботится о ней. Неважно. Просто убедись, что ты не обосрешься, розоволосая. Я клянусь, в этой точке это просто открытая ненависть. Бавсуки, с ее же стороны, чудеснейшим образом остается спокойной. Она показывает средний палец Юронка и игнорирует ее. Отлично. Итак, двое из трех закончено. Отлично, спасибо тебе, Мансан. Бавсуки ценят твою помощь. Теперь насчет тебя, Юронг. И как только я поворачиваю центр своего внимания к Юронг, ее выражение лица, оно смягчается. Она слишком милая. Это невероятно. У меня нету особых талантов, чтобы привнести ее. Понимаешь, о чем я? Не говори так. Я уверен, есть много вещей, которые ты можешь делать. Ты так думаешь? Так что же мне сделать-то тогда? Черт, мне стоит заткнуться иногда. Серьезно, не особо-то много она и может. Я вот думал, может, ты сможешь приготовить сцену. Ты довольно подкачана, чтобы с этим помочь. Как мне вообще приходят такие идеи? Кажется, ей не понравилось. Мансан, это великолепная идея, спасибо тебе огромное. Кажется, ей понравилось. Без проблем, Юронг, у тебя много талантов, тебе просто нужно научиться, как их использовать. Это невероятное клише, но до тех пор, пока Юронг чувствует себя уверенно, все в порядке. Что ж, девочки, все теперь у нас отсортировано. Собака, Мансан, ты кое-что забываешь здесь. О чем это ты? Я нашел роль каждому в клубе, не так ли? Да нет, а что насчет тебя? О, так и мне придется помогать. Давай-ка используем эту возможность, чтобы приблизиться к одной из них. Почему бы мне не помочь одной из вас? Это таким образом мы сможем сделать все куда быстрее. Девочки выглядят счастливо. Я думаю, они счастливы, потому что я здесь, чтобы им помочь. Итак, кому бы мне помочь? Ну, со Славьюри мы уже провели достаточно времени, я думаю, в этой игре. А с Юри, ну, или Юронг, да, я провел огромное количество времени в оригинальной игре, которую я стримил на своем Twitch-канале, ссылочка в описании, да. Я провел слишком много времени с ней, я провел с ней все свое свободное время, которое у меня было в клубе. С Моникой же я провел свободное, ну как свободное, не очень-то и свободное, так как она держала меня в заложниках, можно сказать, в конце игры. Она даже мне спела какую-то серенаду, поэтому давайте выберем Бавсуки, потому что я особо-то с ней времени не проводил. Бавсуки, мне реально понравилась организация твоих плюшевых игрушек. Не то чтобы Бавсуки нужна была твоя помощь, Бавсуки хороша с этим. Почему она должна вести себя так по-цундерному все время? Что ж, тогда я позволю тебе работать одной. Я просто хотел помочь тебе. Нет, нет, извини, Бавсуки, жаль, пожалуйста, помоги. Она такая противоречивая. Почему ее поведение настолько преувеличено? Я как бы не очень... я не очень-то способен помочь с организацией, но я хочу посмотреть на то, как ты это делаешь. Бавсуки очень счастлива, что ты выбрал ее. Спасибо тебе, Мансан. Она действительно милая. Мне стоит оставаться в школе... А нет, мне придется оставаться в школе на выходных, но это стоит того. Тогда давай встретимся в школе на этих выходных, чтобы подготовить комнату. Юронг и Славьюри не выглядят настолько счастливыми, насколько они были. Мне интересно, что же не так? Я пропустил реплику, блин. Или не пропустил? Нет, я не пропустил, мне показалось, я пропустил реплику.
Блин, это нормально для тебя выходить с Бавсуки. В конце концов, я знаю тебя довольно долгое время. Возможно, тебе стоит видеть других людей время от времени. Я согласна. Я ненавижу разволосую собаку, но с тех пор, а до тех пор, пока Мансан счастлив, все в порядке. Это ранит меня, я не хотел их обидеть. Но, к сожалению, я не могу заставить сделать их всех счастливыми в этой ситуации. Ну, у меня есть одна мысль. Это было стрессово, но теперь, когда все позади, я думаю, что на сегодня я закончил. Что ж, давайте тогда вот так вот и сделаем. А сейчас я пойду домой, пожалуй. Спасибо за вашу кооперацию. Я смотрю на Юранг Басуки, как я говорю это. Увидимся позже, девочки. Блин, увидимся, Мансан. Бавсуки поймает тебя позже. Увидимся. Маникулёс просто тихонько выдыхает в задней части классной комнаты. Что ж, тогда я отправляюсь. Этот клуб чертовски изматывающий. И вишенкой на торте мне теперь придется искать крутое движение для фестиваля. Говоря о котором, мне стоит подумать об отработке моих движений. Пойду-ка я в книжный магазин, у них должно быть что-то насчет этого. Я смотрю на мои часы. Только лишь 4:30, это поможет мне убить время. Квадрат Малевича тебе поможет убить время, Мансан. Что ж, я нашел несколько довольно хороших книг. Я смотрю на маленькую книгу, которую я только что купил. Крутые движения для ослов, для кукол. Вот. И как я читаю оглавление, я слышу кого-то, кто меня зовет. Эй, Мансан, не хочешь поговорить с лучшей? Я сразу же понял, кто это. А ты не сказал ли, что идешь домой после клуба? Нет, я решил нарыть немного информации по поводу, движений, над которыми я могу попрактиковаться, для фестиваля. А как круто быть таким преданным. Ты это от меня взял? Мне интересно, есть ли причина за ее вот таким вот элитным поведением? А что ты-то здесь делаешь? Я просто на своем пути домой. Я ушла буквально сразу же после тебя. Мне неожиданно захотелось узнать немного больше о Маникулёс. Почему бы нам не провести немного времени вместе? Мы как бы совсем немного пообщались друг с другом сегодня. Маникулёс выглядит отречённо. Да, все в порядке, если ты не хочешь. Я не самый веселящий парень здесь. Да и к тому же я довольно далек от того, чтобы быть настолько подкачанным, насколько ты. Так что я не настолько крутой. Нет, это не так, это просто... ты должен проводить больше времени с другими, понимаешь? Она не сказала, что она наикрутейшая в этот раз. Мне интересно, что с ней не так? Нет, я просто хотел провести время с тобой. Плюс... я должен быть как бы дома сейчас, в одиночестве. Так что какая проблема? Красава, Мансан. Так как ты настаиваешь, я немного отведу тебе немного с моего времени. Вот Маникулёс, которую я знаю. Она выглядит немного счастливее. Что ж, пройдемся немного. Да, я знаю хорошее место. Это место абсолютно невероятное. И нежданно-негаданно у нас свидание с Маникулёсом. И, пожалуй, на этом моменте я остановлюсь, чтобы для следующего эпизода была небольшая интрига. Что ж, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, 2 лайка и сразу же, но как показывает практика, и то, что последнее видео по этой игре вышло неделю назад, то не сразу же выйдет продолжение, поэтому что ж, ставьте 2 лайка. Я уверен, что вы их наберете. Спасибо всем за просмотр, да. Удачи вам, здоровья вам и вашим близким. И помните, хонтони айштерю, как говорится, да. И сайонара.